Всем привет! Бывает такое, что котел Ariston Caris X выдает ошибку 5P3 и не разжигается. Я подскажу, как это исправить и сэкономить деньги на мастере. Для этого нам понадобится отвертка с насадкой Torx 20 и мелкозернистая наждачка. Снимаем лицевую накладку котла, откручиваем фиксирующие винты камеры сгорания, демонтируем электрод поджига, не отсоединяя проводов. В большинстве случаев ошибка связана с пропусками зажигания из-за нагара на электроде от плохого качества газа. Чистим электроды наждачной бумагой. После чистки собираем котел в обратной последовательности. Поздравляю! Вы своими руками починили котел, сэкономили деньги и теперь можете дальше наслаждаться теплой водой. Полное видео доступно по ссылке в описании.